Водитель, товарищ Ким Чен Ын, провел в нашей школе чуть более 2 часов. Здесь, на карте, все подробно указано. Красные стрелки показывают его маршрут, а звездочками отмечены все места, где останавливался наш любимый и уважаемый лидер, товарищ Ким Чен Ын. Каждый из этапов этого исторического визита запечатлен на представленных здесь фотографиях. На 3-й фотографии вы можете видеть, как великий маршал проверяет спальни, предназначенные для детей. Беспокоится о них, словно родной отец. Вот здесь вы можете видеть именно то одеяло, над которым любимый и уважаемый руководитель, товарищ Ким Чен Ын, склонился и расстелил своими руками во время визита. Следующее фото. Любимый и уважаемый руководитель, товарищ Ким Чен Ын, посещает школьную столовую. Это стул, на котором любимый и уважаемый руководитель сидел в тот момент. А это стул, на котором любимый и уважаемый руководитель, товарищ Ким Чен Ын, сидел во время посещения класса информационных технологий.